Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем награду и... Что я хотел? Я хотел купить телепорты. 250 штук, отлично. Так, и посмотрим, где я сейчас нахожусь на турнирке. Так, Лига Мастеров, 3 звезды, ранг 64. Ну что, я предлагаю сегодня зайти в топчик. Потому что завтра у меня будет крайняя смена. Соответственно, буста у нас не будет. Будет, знаешь что, я приду после смены и запиликаем с тобой серийку. Ну, а пока, наверное, будем, да, будем проходить. Секундочку, у нас есть. Секундочку, дай-ка я загляну. Да, у нас есть, давай-ка мы еще немножечко пофармим. Тут буквально 5 попыток. 50 жетонов, маяк выпал нам. Так, доктор Роквелл. О, кожеголовый, но он мне, правда, не нужен. Уже не нужен. Так, и 8 серебряных осколков. Так, а сколько у нас там жетонов? Кстати, вот через 13 минут я смогу еще, ребята, сделать попыточку. Так, ладно, сейчас пока не об этом. Давай-ка мы с тобой на турнирочке возьмем высшую, как говорится, наградочку. Так, возьмем, наверное, Армагона плюс... Я думаю, Ваньки будет здесь достаточно. Армагон и Ванька. Раз, два, три. Все, поехали. Короткая будет сегодня серия, но... Зато завтра. Завтра уже мы будем в топчике. Получим награду. То есть все наши, как говорится, платиновые осколки будут при нас. И уже можно будет на расслабоне. Но я все-таки считаю, ребята, что круто. Считай, за 2 дня, да, я вот так вот практически, сколько там, Лига Сёгунов, 1 звезда, по-моему, 2 звезды было, да. И мы вот так вот рванули, нормально. Раньше у меня на это уходила неделя, начиная с понедельника и кончая понедельником, чтобы пробиться. А сейчас буквально можно за 2 дня. Ну, конечно, одно место в мыле будет, но поставленные цели будут выполнены. Так, 54-я позиция. Ну что, давай дальше тогда двигаться. Возьму, наверное, Крэнга плюс Леонардо. Крэнг и Леонардо будет, наверное, самое то. Они вдвоем, по идее, должны справиться. Ну-ка, проверим. Крэнг, бомби. Вот этим своим лучом превосходным. Прекрасно. И Леонардо только лишь добьет. Все, проходим просто на одном дыхании. Просто на одном дыхании. Так, ну что, какой тут, наверное, 45-е будет место. Точно. Двигаемся дальше. Так, 17-24, я, наверное, возьму вот эту вот команду. Возьму Бакстера и возьму здесь Макмана. Вот они вдвоем-то здесь. Я думаю, что справится, в принципе. А у кого инициатива больше, у Макмана или у Бакстера? Чего? Твою... В общем, вы поняли, да, что инициатива больше у Краки 79 уровня, 79 уровня, и у Майки 79 уровня. Прикинь, просто отыгрались на бедном моем бойце, а. Вот, честно говоря, ни за что бы не подумал, что... Ну ладно там этот, Майки, ну Крайка-то сфига ли полезла, а? 39-я позиция. Вот это я лопухнулся. Проверил, называется, у кого лучшая инициатива. Ай, твою ж налево. Ладно, ладно. Это благо у нас можно себе позволить вот так вот здесь подурковать. Потому что если бы был бы немножко другой расклад, да, ну, предположим, у меня не было бы откатов или еще что-нибудь, и мало бойцов, я бы себе этого не просил. А так... Ну да, хорошо получилось. Проверили инициативу. Зато да, теперь будем знать, что Крэнг, точнее Макман и Бакстер уступают именно вот этому Майке и той же самой Карайке, несмотря на то, что они 80 уровня. Так, ну что, ладно, двигаемся тогда далее. С 39-й позиции мы переходим на
30-ю. То есть всего лишь 9 ступенек перепрыгнули, да? Окей. Ну что, Супер Шреддер и Зек. Я, правда, в Зеке не особо уверен, если честно. Но деваться-то мне некуда. Зек, он 80-й уровень. И это большая его проблема. Ты смотри, как он мало отнял здоровья, а. Единственное, что он, да, замедление повесил. Это, конечно, плюс. Постепенно на всех. Вообще шикарно. Я еще и дебаф сделаю, чтобы у них была защита поменьше. Вот так вот. Бибопчика с Рокстеди вызовем. Угу. А если волну? Так, ну Донателло хотя бы упал. И добивает Зек. Ну что я могу сказать? Все идет как надо. Переходим, наверное, на 20-ю. Угу. Если такими темпами мы будем идти, то нам останется 2 поединка. Но это не точно. Потому что у нас здесь Шреддер, а в помощники к нему пришел кто? Джастин. Сам понимаешь, да? Из него помощник, как я не знаю из кого. А тут надо кого пробить? Наверное, мы Рафаэля пробьем. Дальше попробуем Донни сбить. И вот так вот. Пам-пам-пам-пам, ракеточки. Есть. То есть наша команда по инициативе нормально так, да, пробилась. Они не успели вообще никто из них сделать даже хода. Ну что, если 10-я позиция, я так понимаю, что последний бой у нас сейчас будет. Возьмем, наверное, вот эту вот команду. Берем Армагона, берем опять же Супер Шреддера. Раз, два, три. И, скорее всего, победа будет. Да не скорее всего, а точно будет. Точно будет, я тебе говорю. Потому что тут Супер Шреддер. Смотри, сколько наносит урона. И дальше идет у нас Армагон. Делает свою жирную точку в этой эпичной истории. А вот что нам дальше делать, я, ребят, не знаю. Заканчивать серию? Ну, в принципе, можно, да? Я... Первая позиция. Все. Мои цели, друзья мои, выполнены. Так, что у нас по жетонам? 535. Оп, могли бы уже Пита прокачать. Да, могли бы. За это время. Так, у нас накопилось? Нет, у нас еще ничего не накопилось. Ну все, как бы, друзья. Я не знаю, что еще. На кожеголову, наверное, не хватит прокачки. 71 уровень у него. Не хватает. Приключения, кстати, можно, да? Подожди-ка. А давай-ка посмотрим. Черепашки-ниндзя 2, колесо. Блин, я же думал, сейчас выпадет нам пак. Мечтай, как говорится, больше, да? Рокстеди фильм. Ну и последний разок крутанем. Да ёк макарёк, ну что ж ты будешь делать, а? Не хватило чуть-чуть. Кстати, у нас у кожеголового не хватает 7 ящиков с инструментами. Давай попробуем найти. Один. Второй. Так, третий, четвертый, пятый, шестой и последний, ребят, ящик ищем. Седьмой, все. Прокачиваем до третьей ступени поигрывание чешуей. Вот так вот. Блин, 4 чеп-планшета, 7 пленок с катушкой и 10 знаков надо будет найти.
Этим я уже займусь в следующих, ребята, сериях. Ну что же, тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!